Если вы активная девушка и зима для вас не повод сидеть дома, вам нужна функциональная верхняя одежда. Теплая, удобная, но в то же время стильная и качественная. Верхняя одежда Ноби создана для динамичных людей и непредсказуемой погоды. Канадцы знают все о том, как греться в морозных условиях, а Нобис сумели воплотить это знание в люксовом формате. Мы рады, что бренд Нобис во второй раз присоединился к команде наших спонсоров. Мисс Дукоскопи 2018 получила стильную функциональную куртку стоимостью в $3,500. С 2007 года Нобис создает предметы одежды высокого качества, тщательно подбирая материалы и совершенствуя технику пошива. Бренд преображает классические силуэты для комфортного движения без ограничений. С верхней одеждой от Нобис можно покорять горы и города, ходить, летать, водить машину и велосипед, словом, наслаждаться динамикой жизни в ее лучшем виде. Рада оказаться здесь. Сегодня был интересный день, и до этого был интересный день, и еще до этого был интересный день. И очень грустно, что завтра уже все разъедутся по своим городам. Кто-то ночью уже уедет. Да, кто-то ночью уже уедет. И да, мы все расстанемся, к сожалению. Но я надеюсь, что одной из нас обязательно повезет, и она вернется в следующем месяце в качестве победительницы. Мне понравилось, что я сегодня заработала 50 баллов на дефиле. Мне понравилось, потому что это вообще не моя специфика. Для меня лично, так как я не модель, было сложнее сегодняшнее дефиле, а легче всего вчерашний конкурс по поводу питания. Да, у меня есть фаворитки, конечно же, у всех они есть когда в работе. Именно если как девочки брать, то мне очень... нравится Маша Соколова, мне нравится Настя, Арина, Оксана мне очень нравится. Вот прям Анюта нравится с Перми. Вот это прям такие мои фаворитки девочки. Все круто. Все нравится? Все офигенно. Что было сложнее всего? Сложнее всего дать вчерашний конкурс, начал вопрос. Девчонки, как настроение? Я заказала салат из авокадо и сухофрукты. Всем приятного. Моя еда выглядит неполезно. На самом деле здесь курица и салат. Картошку я просто есть не буду. И пицца вегетарианская. Курс мастер-класс по стилю. Да, Татьяна начинает говорить. Ты вся в одной зале, да? Но полутона. Ну, давай возьмем винный. Ну, цвета вина, да, допустим. Там тон светлее, тон темнее. Вот ты вся можешь в это одеться, да? И туфли даже такой вот тут. Я хотела в кальто в таком большом, вот как в пол. Оно было обычное, прямое.
черный, как плащ. Я такой длинный просто, вот, ну, ростом. Да. То есть меня настолько оно вытянуло. Если еще с каблуками, с острыми, с ботинками, ну, все. Ну, кстати, острые каблуки.